По многочисленным просьбам серия 114-85 или просто 85 кирпичная общесоюзная типовая серия многоквартирных домов строилась по всему Советскому Союзу. Разработана была в 1969 году на основе кирпичной же хрущевки с улучшенными ТТХ. Вот такой 1447. Собственно, о прародительнице 1447 тоже можно посмотреть у нас на канале в ролике. Ролик будет в описании под видео. И вот эта 85-я серия очень похожа на серию 86 или 114-86. Внешне практически неотличимы. Основные отличия у этих двух серий внутри. У 85-й несущие стены — это внешние и поперечные внутренние. У 86-й несущие стены — это внешняя и продольная внутренняя стена. Самое очевидное для пользователя — это то, что перепланировка в 85-й практически невозможна, а в 86-й очень даже возможна. Ну и как правило, 86-й толще стены, строилась она поэтому в более холодных районах страны. Строилась там чаще, но не всегда. Ну то есть визуально определить, что это 85-я или 86-я серия, очень сложно. Потому что и тех огромное количество вариантов модификаций. Они бывают прямые, угловые, разные. Поэтому лучше серию узнать из документов. Но пятиэтажные 85 и 86 серия отличаются даже визуально. Чем? У 85 это сдвоенные и утопленные лоджии двойные. У 86 это выступающие лоджии балконы. И как правило, они одинарные из-за нечетного количества шагов плит перекрытия. Итак, одна из самых распространенных в Союзе 85-я серия. Из чего складывается название серии? Вот это 114-85. 114 – это всесоюзное же обозначение многоподъездного кирпичного дома вообще любой серии. А вот именно 85 – это уже номер серии со всеми своими отличительными особенностями. О чем именно идет речь и откуда в названиях серий берутся все эти цифры, буквы и по какому принципу они такие, смотрите опять же в ролике по ссылке в описании под видео. Дома серии 85 возводились с 1974 и по середину 2000-х годов, то есть дома эти перестали строить сравнительно недавно. Относятся они к брежневкам позднего периода и к современным домам. Улучшенных планировок, новых планировок. Как уже говорилось, бывают самые разные формы. Прямые, угловые, изогнутые, с разным количеством подъездов. Модификаций очень много. Основное количество — это 5- и 9-этажные дома. Бывают 2-, 3-, 4-этажные, это в основном в сельских районах. И очень редко дома другой этажности. В 9-этажном доме один лифт и есть мусоропровод. Материал стен кирпич, как уже говорилось, и, как написано в технических документах, по сборке этого здания стены из глиняного полнотелого кирпича. При этом для наружной облицовки дома может быть применен керамический кирпич, силикатный кирпич или сочетание двух видов кирпича, и тогда получается вот примерно такой декор. Штукатурка для облицовки фасадов применяется редко, и когда применяется, выглядит примерно так. Ну вот лучше бы и не надо, потому что кирпич — это кирпич, а не вот это вот все. Толщина стен, внешние стены от двух кирпичей, то есть от 51 сантиметра. Внутренние стены с 1 по 3 этаж те же 51 сантиметр, выше от 38 сантиметров, то есть стены несколько тоньше. И опять же, если верить технической документации, то возведение наружных стен из силикатного, более дешевого и поэтому менее интересного по ТТХ силикатного кирпича белого не рекомендуется. Ну вот что именно делали на практике все эти многочисленные строительные конторы на местах? Хочется верить, что рекомендациям они все-таки следовали. Но все же, даже если и была самодеятельность, то стена толщиной в 51 сантиметр — это в любом случае хорошо, тепло, тихо, комфортно. Перекрытие, потолок и пол. Многопустотные железобетонные плиты толщиной 220 миллиметров. Для понимания, это хорошая толщина плит в плане звукоизоляции. И даже если не брать в расчет самые первые, например, панельки с перекрытиями в 10 сантиметров, а взять даже самые
самые современные, которые строятся и сейчас. И уж тем более в тот же период более массового дома, там в подавляющем большинстве серий толщина перекрытий 14 сантиметров. Здесь 22, то есть практически в два раза больше. Значит, звукоизоляция лучше. Звукоизоляция лучше, а вот высота потолков не очень хорошая, 2,48. Квартир на этаже чаще 4. В квартирах газ самый распространенный вариант – это двух- и трехкомнатные квартиры. Одна- и четырехкомнатные в некоторых модификациях могут вообще отсутствовать, а в некоторых присутствовать пятикомнатные квартиры. Балконы и лоджии есть почти во всех квартирах, очень редко их не бывает на первых этажах. Лоджии часто огромные, шестиметровые, во многих модификациях. Часто спрашивают про то, сколько простоит дом, но опять же в технических документах авторы выставляют проектный срок эксплуатации 150 лет. Из недостатков. В квартире, как уже говорилось, поперечные стены несущие. В подавляющем большинстве случаев это и стена с соседями, и межкомнатные стены. Иногда там бывают перегородки, но все-таки. Бывают такие вагонные пропорции кухни, то есть она вытянутая, вроде бы и метраж нормальный, но это не всегда удобно. То есть у этой серии достоинств намного больше, чем некоторых недостатков. Планировки. С планировками здесь очень сложно. Как уже говорилось, модификаций огромное количество, и про планировки можно сказать только общие моменты. Легче всего описать один из многочисленных вариантов модификации этого дома – это малосемейные квартиры, которых очень много на этаже. В основном это однокомнатные, и есть в очень маленьком количестве представленные двухкомнатные квартиры. Подъезд в таком доме один, если это пятиэтажная вариация, то естественно лифта нет, если больше пяти этажей дом, то есть один лифт на вот это количество квартир. Планировка однокомнатных здесь одинаковая, линейная, то есть все окна выходят на одну сторону дома, но такие планировки в подавляющем большинстве однокомнатных квартир во всех остальных сериях. Метраж 27, 28, 29, 34. 35 метров. Естественно, в квартирах меньшего метража и кухни будут меньшего метража от 6 до 7 метров. В квартирах большего метража кухни будут до 9 метров. Особенностью, как уже говорилось, является форма кухни. То есть она такая вытянутая, как вагон. Комнаты при этом обычной стандартной формы. От 11 метров в самых маленьких квартирах до 17 в самых больших. Двухкомнатные, также линейные планировки и также с лоджиями. И с такими же вытянутыми кухнями. Особенностями малосемейных квартир являются ниши, которые есть во всех однушках. Причем они рядом со входом, и там удобно сделать гардеробную, шкаф, в который повесить одежду. То есть вроде бы квартиры и маленькие, но при этом у них у всех есть лоджии, и у них у всех есть вот эта гардеробная комната на входе. Это были малосемейные квартиры, теперь квартиры обычной планировки. Вот здесь как раз однокомнатные квартиры бывают далеко не во всех домах серии. Из общего. Это, естественно, линейная планировка, то есть все окна выходят на одну сторону дома. Метраж около 35 квадратных метров. Комната 17-18 метров, кухня 6-7 с лишним метров. Из интересного. Это, естественно, балкон или лоджия. И в прихожей всегда есть или место для гардеробной, шкафа большого, или уже встроенный такой большой шкаф. В однокомнатной квартире это актуально. Двухкомнатных квартир из-за огромного количества модификаций дома, планировок тоже существует довольно большое количество с разным метражом, но основные вот эти две. Квартира может быть как линейного расположения, то есть все окна выходят на одну сторону дома, так и распашонкой, то есть окна выходят на противоположные стороны дома. Метраж квартиры плюс-минус 50 метров, в разных домах соответственно, где-то больше, где-то меньше. В линейной планировке это интересно расположение кухни, которая небольшая, но находится в середине квартиры. Комнаты раздельные. Вход в квартиру, хоть и находится в середине, и все пути будут проходить мимо него, но он чуть вынесен вперед, и поэтому есть шанс не ходить по дверному коврику и не разносить оттуда грязь. И есть некоторое пространство для встроенного шкафа в прихожей. И, естественно, огромная лоджия больше 6 квадратных метров. Двухкомнатная, выходящая на две стороны дома распашонка, примерно такого же метража, но
с кухней большего размера, в коридоре есть возможность устроить большего же размера шкаф, и вход в эту квартиру, как и практически во всех распашонках, находится на удалении от основных миграционных путей по квартире, то есть грязь не будет растаскиваться. И также есть большая лоджия. Она меньше, чем в квартире линейки, но она тоже довольно большая. Но самыми интересными в 85-й серии являются многокомнатные квартиры, которые здесь бывают 3, 4 и 5 комнатные. Они точно так же разные, потому что дома разные, поворотные, прямые и так далее, но у них есть основное общее качество. Все трехкомнатные квартиры – распашонки. Вход может быть расположен немного по-разному. Кухни могут быть чуть больше 8 метров или чуть меньше 7 метров. Расположена кухня может быть привычно на входе в квартиру или необычно в середине квартиры. В квартире всегда как минимум одна лоджия, а чаще две, и одна из них может быть очень большого размера. Всегда есть места для кладовых, ну или по-современному гардеробных, и метраж квартир в целом около 60 метров. Четырех- и пятикомнатные, естественно, большего метража. Это больше 70 и больше 90 метров. Кухни здесь тоже побольше, 9 и 10 метров. Все те же огромные лоджии или лоджия и балкон. Естественно, комнаты все изолированные. Хоть могут быть и небольших размеров, по 9-10 метров, не все, но тем не менее. И санузел раздельный, но один. Гостевого санузла, как в современных многокомнатных квартирах, нет. Это, конечно, некоторый минус. На такое количество комнат, соответственно, на такое количество проживающих. Но в целом планировка, конечно, хорошая. Изолированные комнаты, крупная лоджия, нормальных размеров кухня. Итак, дом в целом, 85-я серия. Хороший, качественный, добротный кирпичный дом с приятным планировками и огромными балконами или лоджиями. А учитывая лучший из строительных материалов кирпич, дому прибавляется еще большое количество плюсов. Ну и визуально он тоже довольно приятный. Об остальных сериях кирпичных домов, панельных домов, блочных домов, о том, как вообще выбрать квартиру в разного типа домах, смотрите в других роликах на канале «Правокруг».